Друзья, водомоторники и водомоторницы, новый пациент. Хайди 9.9 Pro. Приехал новый на техобслуживание. Как всегда, начинаем снизу и поднимаемся наверх. Поехали. Под колпаком, как обычно, 20 минут накатали. И пустой топливный фильтр, но без всяких шняг. Вроде как чистый. Проверил масло в редукторе. Масло уровень, масло слеза. Снял редуктор. Это уже третий Хайди, который приходит на техобслуживание. Третий новый Хайди. Делайте ставки, в какую сторону смотрит крыльчатка. Сейчас узнаем. Итак, делайте ставки, уважаемые знатоки. Поднимаем и смотрим. Вроде бы казалось, все лопасти крыльчатки в одном направлении, да? Но стоит ее вытащить? Нет, гляньте, в этот раз все лопасти смотрят в одно направление. Что-то она, конечно, какая-то, конечно, уже поюзанная. Что-то где-то замялось. Ну, в общем и целом, она, конечно, уже лопасти ее эластичные, но не настолько, чтобы они выпрямились. Ну, пока мотор будет проходить обкатку, я думаю, что хватит, а там после приедет на обслуживание, посмотрим. Устанавливаем все на место. Все вроде ничего, но вот две лопасти. Такое ощущение, что под танк попали. Что случилось? Как вообще она так вот загнулась? Вообще непонятно. Что могло вообще? Как будто шкафом ее придавили. Ну а с грибным винтом история как обычно. Смазка закончилась, еще на завод не подвезли. Ни капельки. Ни капелюшечки. Набили в сальник смазки, смазали грибной винт. Сейчас ставим все на место и поехали дальше. Зазор на свечах 0,6. Делаем единичку. Вот уже третий мотор на холодную. Новые, не притертые еще кольца показывают компрессию. Ну пусть 7,5 килограмм. Меня собственник мотора спрашивает, типа, Иван, а что за шляпа-то такая вообще? Вот? Что это за шнур такой, болтающийся какой-то, накрученный, который вот так снимается? Я говорю, это тахометр. Он говорит, а что его так прикрутили-то? Я говорю, китайцы по-другому не умеют. Я говорю, сделаем красиво. Вот так работает мотор. Контролька бешеная. Обороты 1080. При включении передачи.
обороты падают до 800. Мотор тянет. Нейтралочка. Назад. Ну, конечно, чувствуется, что это не 9.9.15. Чувствуется, что это аппаратище. Сливаю масло из редуктора. Пока сливается масло, шприцую струбцину вертикальную, горизонтальную. И сливаю бензин с топливного фильтра и из карбюратора. Все, моем, бреем, подготавливаем мужика на выход. Готов, красавчик. Не бит, не крашен, сияет. Добро пожаловать в ряды, сынок. До новых встреч. И да придет к тебе счастье. И сила, и воля, и мощь.